günler, hoş geldiniz. Турецкий словарь на тему «Семья», часть вторая. Я напоминаю вам, дорогие мои друзья, что мы с вами продолжаем заниматься в той же системе, пополнять свой лексический словарный запас. Первый раз вы слушаете, вы систему знаете, представляете картинку, обязательно повторяете и записывайте в словарь. Колей Гельсен. Дюн. Дюн. Erkek arkadaş. Erkek arkadaş. Erkek kardeş. Erkek kardeş. Erkek torun. Erkek torun. Erkek yeğen. Erkek yeğen. Evlenmek. Evlenmek. Evlilik. Evlilik. Evlilik yıl dönümü. Evlilik yıl dönümü. Flört etmek. Flört etmek. Gelinlik. Gelinlik. Итак, замечательно. Вы прослушали первый раз. Второй раз вы слушаете и обязательно повторяете. И остановить можете это видео, записать себе все в словарик. Дюн. 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 Например, представляете себе свадьбу. Если это девочки, или когда у вас была свадьба, представляете, или которая будет свадьба вашей мечты, все должно быть у вас построено на образах. У нас возникает образ, картинка, и в мозг поступает слово «дюн». Следующее. Erkek arkadaş. Erkek arkadaş. Erkek arkadaş. Erkek arkadaş. Давайте вместе повторяем, не стесняемся. Erkek kardeş. Erkek kardeş. Erkek kardeş. Erkek kardeş. Erkek torun. Erkek torun. Erkek torun. Erkek torun. Erkek yeğen. Erkek yeğen. Erkek yeğen. Erkek yeğen. Evlenmek. 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 Если хотите, вы можете остановить на этом этапе видео, перекрутить до того момента, где вы хотите начать со слова «дюн» и заново повторить, потому что каждый человек индивидуален, у каждого свой ритм. Evlilik. Evlilik. Evlilik yıl dönümü. Evlilik yıl dönümü. Flört etmek. Flört etmek. А слово «флирт»? Gelinlik. Gelinlik. Замечательно. Напоминаю вам, у вас словарик поделен на две части. Вы записали слова, вы уже их проговорили, прослушали. Теперь вам осталось поиграться. Закрывайте левую часть и переводите с турецкого на русский. Потом закрывайте правую часть и переводите с русского на турецкий. Все очень элементарно, просто главное желание. Сизучок ты шекеритерым. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Если вы еще не посмотрели турецкий язык с удовольствием, уровень А1 и уровень А2, пожалуйста, посмотрите и обязательно получите порцию своих позитивных знаний. Hadi görüşürüz.